За перевод благодарим фансап-группу You Know. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Версачи подарили мне этот халат и даже закастомили спортивный костюм. В нем так прикольно фоткаться. Думаю, он потрясный. Я бы хоть каждый день его носил. Единственный неповторимый Версачи. Хёнджин. Это камера нашего менеджера. Сегодня он будет моим фотографом. Вот такой у меня лук сегодня. Я голоден. Сегодня день показа, так что перед ним я сниму немного контента в кроссовках Mercury. Разве он не милаш? Спасибо, сэр. Водитель открыл люк в машине, как только увидел, что я снимаю. Такой милый человек. Прошло много времени с последнего показа. Я немного волнуюсь, но при этом очень рад. На шоу я надену кое-что другое, но сегодня я одет тоже полностью в Версачи. Из сегодняшних гостей больше всех я жду Марину Абрамович. Я был так удивлен. Те, кто знают, поймут. Она легендарная художница перформативного жанра. Я увлекался ее работами и даже смотрел документалку о ней. Это мой первый опыт встречи с настоящим художником. Будет очень интересно. В прошлый раз, когда я был здесь, я приехал на день раньше. И успел устроить небольшой тур по Милану. К сожалению, в этот раз не получилось приехать заранее. Но Милан все так же прекрасен. Я знаю, что здесь очень много стей. И это дает мне уверенность. Недавно мы были в Милане. На фестивале. Я очень жду сегодняшний показ. Музыка на предыдущем шоу была с элементами панка и рока. Интересно, какое направление и концепцию выбрали для сегодняшнего шоу. Музыка на самом шоу всегда звучит иначе, чем на записях в YouTube. Я слышал, что она отличается, и пересмотрел все шоу повторно, и музыка реально была другой. Мне нравится не только слышать, но и чувствовать музыку на показе. Поэтому я с нетерпением жду сегодняшний. Такая хорошая погода. Немного облачно, и из-за этого дует легкий ветерок. А, Чечи. Собираюсь немного потренить, прежде чем отправиться на шоу. Нужно размяться, чтобы убрать отеки перед мероприятием.
Давненько. Я не плавал. Посмотрите на мои волосы. Проколы в ушах болят. Это знаменитый замок Сфорца. Я впервые нахожусь в замке, и я невероятно взволнован. Там очень много стей снаружи. Поэтому я вышел и поздоровался с ними. Меня всегда радует, как тепло меня встречают каждый раз. Я могу говорить неформально, просто от себя. Привет, Мари Клэр, я Хёнджин из Stray Kids. Сегодня я был на показе Versace «Весна-лето». Это было потрясающе. Кажется, мой наряд тоже представили там, и я так рад. Кто ты? Я Эстафа. Сегодняшнее шоу было очень веселым. Музыка была на высоте, как и на прошлом показе, который мне тоже понравился. Но сегодня ощущались какие-то более осенние вайбы, как осенние листья. Но музыка была действительно яркой, добавляя всему живости и веселья. Показ прошел быстрее, чем я ожидал. Хотелось бы, чтобы он длился подольше. Все так быстро кончилось. Это, наверное, показатель того, насколько шоу было увлекательным. А финальный выход Донателлы в красном платье был просто невероятным. Я хорошенько повеселился. Показ Версаче подошел к концу. Но я еще не собираюсь домой. Впереди автопати. Я в отличном настроении, погода просто супер. И показ был потрясающим. Всем пока!